Весенние полевые работы не за горами. Подготовка к ним вступила в завершающую стадию. В нынешнем сезоне сев начинается значительно позже обычного. Но сельхозпроизводители не откладывают на потом главные работы. Техника прошла осмотр, семена закуплены. А зимы тоже получили первую подкормку. Аграрии республики в полном объеме обеспечены семенами мировых зерновых и зернобобовых культур. 102% к плану засыпки, засыпка которых велась с учетом страхового фонда для возможного пересева погибших посевов озимых. В целом по республике готовность сельскохозяйственной техники оценивается как высокая. Объемы приобретения сельхозтехники в текущем году выше уровня 2020 года. На поддержку агропромышленного комплекса в этом году предусмотрено более 3 миллиардов рублей. В январе-феврале сельхозтоваропроизводителям перечислено более 130 миллионов рублей в качестве субсидий. В марте правительство планирует перечислить еще 270 миллионов рублей на закупку элитных семян и новой техники. Инесса Потапова, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.